В феврале в Якутске с участием детей произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 детей получили травмы. Буквально накануне на улице Лермонтова под колеса автобуса попал школьник. Медики выявили у третьеклассника закрытый перелом носа. Чтобы предотвратить подобные случаи, ребята со всех школ Якутска провели профилактическую акцию «Сложности перехода». Школьники выстроились в цепочку вблизи пешеходного перехода, на котором вчера был совершен наезд, и демонстрировали водителям яркие плакаты с призывами пропускать пешеходов, быть осторожными и внимательными во время движения вблизи учебных заведений.